Общее число погибших в результате схода поезда с рельсов на юге Пакистана возросло до 30 человек, раненых до 60. Как считают специалисты, по мере спасательных работ количество жертв будет расти. По сообщению руководителя железнодорожной службы, 10 вагонов поезда, следовавшего в Равалпинди, сошли с рельсов, а некоторые перевернулись в районе пакистанского города Навабшах, в результате чего многие пассажиры были зажаты и оказались в ловушке.